Всем привет, дорогие друзья! Вот, наконец-то пришла посылочка с маткой. Давайте откроем ее и посмотрим, кого же нам прислали на этот раз. Потому что маточка моя умерла. Долго я ждал, долго, что когда мне что придет. Все, в посылке больше ничего нету. Вот такая вот коробочка. Давайте откроем ее. Так вот. Да, значит, уплотнитель и сама пробирочка. И давайте откроем и посмотрим, что же у нас на этот раз, все ли нормально, все ли хорошо пришло. Пришла матка прямо с большими личинками. Большие личинки, это я так понял, наверное, скорее всего, будут уже солдаты. Муравьев много, пока не считал. Примерно хоть прикинуть, посчитать сколько. Ну, не знаю, штук 15-20 точно есть. Так что буду делать для них небольшую арену. В этот раз, наверное, сделаю арену из стаканчика маленького. Ну, вот как для анализов, такие вот стаканчики маленькие. Потому что их тут много, и надо, чтобы они уже бегали. Потому что много мусора в пробирке, я смотрю. Воды много, но мусора тоже много. Так что сделаем. Завтра, наверное, займусь, дойду до аптеки и сделаю. Вот пришли мне мураши. И матка на этот раз, мне кажется, поболее будет. Поболее. Активно они тут живут. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Всем пока!